Константинопольская православная церковь отменила указ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Таким образом, Украинская православная церковь больше не входит в его состав. Также было принято решение отменить отлучение от церкви патриарха Украинской церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Они были отлучены Московским патриархатом заведения раскольнической деятельности. То, что делает Константинопольский патриархат, однозначно политизированная проблема, поскольку мы знаем, что инициатива в таких решениях, она исходила от нынешнего руководства Украины. Русская церковь отреагировала на это разрывом отношений с Константинопольским патриархатом. Это означает, что прихожане не смогут совершать священнодействия в храмах, относящихся к Константинопольской церкви, однако смогут поклоняться расположенным там святыням. Совсем недавно было решение православной зарубежной церкви о том, что решение Константинопольского патриархата, оно признано незаконным, и также Русская православная зарубежная церковь, она приняла решение также разорвать свои отношения с Константинопольским патриархатом. Решение РПЦ поддержали православные церкви Польши, Белоруссии, Чехии, Греции, Кипра, Болгарии и Израиля. Патриарх сербский Ириней назвал катастрофическим решение Константинопольского патриарха Варфоломея признать раскольнические церкви на Украине и предоставить им автокефалию. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с патриархом московским и всея Руси Кириллом также поддержал решение Русской православной церкви и выступил против раскола. Конфликт между церквями может спровоцировать и столкновения в других сферах. Если этот раскол будет нарастать и не найдутся какие-то пути решения этой проблемы, то, конечно, в конфликте между Западной и Центральной Украиной, с одной стороны, и Восточной Украиной, которую сегодня мы видим, да, эта проблема тоже проявится, и в конфликте это даст дополнительный элемент напряженности. Артем Тупичкин, Универньюз.